синдром Петрушки. Его еще называют синдромом Ангельмана. Маска такая на лице, вроде как застывший смех. Взрыв внезапного хохота. Идеальная пара. Тихо, миллион одна, да? Мы никогда не ссоримся. Ты виноват, что у нас ребенок родился таким, потому что ты все вокруг превращаешь в куклу. Значит, это случайность, что у кукольника родилась кукла. Настоящая сволочь, Петя. И гад. Ты хотя бы понимаешь, что ты творишь? А ты понимаешь, что со мной станет, если с ней случится что-нибудь ужасное? А с ней уже случилось что-то ужасное. И главный маньяк в ее жизни — это ты. Бесполезно, Боря. Я уже пыталась. Он сделал меня для себя одного. В кукольном мире нет места живой женщине. Ты можешь делать все, что угодно. Ты можешь опять меня упрятать в психушку. Только это не поможет. Потому что настоящий сумасшедший — это ты.